Меры безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу могут негативно сказаться на работе дагестанских автопредприятий. С 1 июня по 17 июля в городах, где будут проходить матчи для автобусов, выезжающих с территории Дагестана, въезд, возможно, станет проблемным. Продолжение темы сюжет Камиля Девятова. Вопрос серьезный, и отношение к нему тоже должно быть соответствующим. Это еще раз подчеркнули на совещании в управлении ГИБДД республики. Все принимаемые меры безопасности проводятся согласно указу президента России от 9 мая 2017 года под номером 202 пункт 5. Читаю дословно. Запретить с 1 июня по 17 июля 2018 года въезд на территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 года на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска автобусов. Теперь владельцам компаний, осуществляющих перевозку пассажиров в города, где будут проводиться игры чемпионата мира, необходимо будет обзавестись системой ГЛОНАСС. Для тех, кто это не сделает, въезд будет строго запрещен. Формируемый на основе использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС или сигналов этой системы совместно с иными глобальными спутниками навигационными системами, при условии, что владельцы таких автобусов направили в названную автономную некоммерческую организацию уведомление о планируемом въезде автобусов на территорию названных городов. Представители транспортных компаний, разумеется, этим не очень довольны. Тем более, что, по их словам, система ГЛОНАСС часто дает сбой, а то и вовсе не работает. Дали свои номера все полностью, все дали, зарегистрировали на предприятиях. Но однако вот уже неделя прошел, ни одного звонка от них нет. Сказали, ждите звонка, мы отправим его человека, установим ГЛОНАСС. И дали код регистрацию на дирекцию чемпионата. Никакого сдвига нет. Меры безопасности в период проведения чемпионата мира, безусловно, нужны. Но, к сожалению, предвзятое отношение к региону тоже имеет место, уверены дагестанские транспортники. Они боятся, что на весь период проведения турнира их работа просто будет остановлена. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.